Сережа. И почему отец говорил, что сегодня хороший день для торговли? Совсем никому не нужны мои спички. Позавчера я продала целых 15 спичек. Но отец Булзола больно ударил меня. Вчера 10 спичек у меня купила Айми. Какая она добрая. Пусть Боженька отблагодарит ее за ее братура, я сама не могу этого сделать. Если бы не она, не продала бы ни одной. И отец бы точно меня прибил. Ну, что же я буду делать сегодня, если так и не продам ничего? Она не будет покупать снова. Да и мне даже совестно думать об этом. Она и так уже много сделает мне. Подожди, я же могу продать тебя и сказать отцу, что продала спички. А если я немножко полежу тебя, это ведь не будет заметно? Нет, если я порву обертку, то и тебя никто не купит. Надо пытаться снова.